Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своем канале «Есть поесть». Так уж традиционно повелось, что к любому праздничному столу, в том числе и новогоднему, подается гарнир из картофеля. И чтобы разбавить эту череду картофельного пюре, просто вареного картофеля или просто запеченного, я предлагаю запечь картофель необычным образом. Привычный нам картофель дополняют пряности, а также хрустящая хлебная крошка и орехи. Приготовлю заправку. Для нее мне понадобится небольшой кусочек сливочного масла, который нужно растопить. Я делаю это в микроволновке. Сюда же отправляю растительное масло. Отлично подойдет оливковое. Но можно взять и подсолнечное. Соль и специи. В качестве специй я беру набор приправ для картофеля. Туда входит сразу несколько специй. А также сушеный чеснок отдельно. И молотую копченую паприку. Ее, конечно, брать не обязательно. Но она придает картофелю приятный привкус барбекю. В общем, выбор специй на ваш вкус. Теперь все размешаю. Картофель для этого блюда я беру не крупный, но примерно, чтобы он помещался в столовую ложку. Очень хорошо для этого блюда подойдет также крупный овальный картофель. Теперь подготовлю картофель. Для этого я взяла обычную столовую ложку, подложила салфетку, чтобы она не скользила. Кладу картофель и, придерживая ложку, режу следующим образом. Ложка не позволит нам прорезать картофель до конца. Ширина ломтиков должна быть где-то 3-5 мм. И вот получается такая гармошка. И таким же образом режу остальной картофель. Картофель подготовлен. И, кстати, если вы берете крупную картошку, она у вас, естественно, не поместится в столовую ложку, положите ее просто между двух китайских палочек или между двух карандашей. Ну или можно просто взять два ножа и положить между ручек. Отправляю картофель в заправку и перемешиваю. Старайтесь, чтобы заправка проникала между каждым кусочком. И теперь, если у вас есть время, можно дать постоять картофелю и немного замариноваться. Можно таким образом приготовить его заранее и перед подачей на стол отправить в духовку. А также можно приступать к приготовлению сразу. Выкладываю подготовленный картофель в форму и всю оставшуюся заправку распределяю сверху. Отправляю все в духовку, заранее разогретую до 190 градусов, и буду запекать картофель до готовности. У меня в данном случае уйдет примерно 45 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке и по размеру картофеля. Перед концом запекания я приготовлю хлебно-ореховую смесь. Для этого беру два кусочка батона, они должны быть не свежими, немного черствыми. И добавляю орехи. В данном случае я беру грецкие. В оригинале рецепта используется фундук, а также сюда отлично подойдет миндаль, арахис или фисташки. Также можно добавить по желанию сюда соль и специи. И теперь все измельчу в не очень мелкую крошку. Примерно вот так, чтобы оставались небольшие кусочки. Картофель готов. Убеждаюсь в этом при помощи ножа. Я просто ее протыкаю и вижу, что она мягкая. Теперь кисточкой я смазываю картофель маслом, которое у нас на дне формы. И посыпаю картофель получившейся крошкой так, чтобы она попадала и между пластинами. Отправляю форму в духовку еще на 10-15 минут до зарумянивания крошки. Картошка готова. Можно выкладывать ее на блюдо и подавать к столу. А можно, кстати, подать прямо в форме. Вкусная, ароматная, с хрустящей хлебной крошкой и отлично дополняет картофель ореховый вкус. Ну и к тому же это блюдо очень красиво смотрится на столе.
Обязательно приготовьте картошку таким образом, это очень вкусно. И я думаю, она станет частым гостем на вашем столе, и не только на праздничном. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой гарнир к праздничному столу подаете вы. Придерживаетесь традиционных взглядов или, может быть, это что-то необычное. Спасибо всем, кто смотрит мои видео, подписывается на канал, пишет комментарии и делится ссылками в социальных сетях. Я желаю всем в наступающем новом году семейного счастья и благополучия, а также пусть исполнятся все ваши самые благие желания. Приятного всем аппетита, удачных экспериментов на кухне, а мы увидимся в следующих видео.